Я люблю жаркую погоду, как всякое явление, которое очень редко в нашей жизни. Мы живем на Урале, поэтому жара – это исчезающее редкое явление. Мы помним по предыдущим 2 годам. По многим причинам. Прежде всего, это возможность купаться, загорать и с пользой и приятностью проводить время. Во-вторых, это, конечно, оголенные женские тела на улицах нашего города. Это прекрасно. Женщины Екатеринбурга, вы прекрасны. Обожаю. Прям любуюсь, любуюсь. Бывало, наведу полную комнату, глажу по головам, пока кушать не позовут. Вот. И, в общем, я, как любой этот, в некотором роде экстремал, люблю экстремальные такие вот вещи, в том числе и экстремальную жару тоже.